Первое. У человека может быть мало времени. Вот сейчас у меня много времени или мало, по ощущениям? Мало. 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 Теперь много, мало или достаточно? Достаточно. А теперь его с избытком. Чувствуется? Вот задача, когда мы начали работать года три назад с первым агентством по недвижимости, была увеличить чеки. И когда мы делаем видеоанализ, а видеоанализ – это то, что объективно позволяет оценить себя. То есть мы не говорим, мы снимаем сначала ситуацию, а потом разбираем по секундам на видео. Там планшет и разбираем. Так вот, большинство людей, которые имеют низкие чеки, они двигаются в дефиците времени. Второй дефицит – дефицит пространства. Вот сейчас у меня мало места, зажим вот здесь, а я нахожусь в плоской египетской позе. Раньше так в Египте делали статуи, я не живой. Теперь у меня достаточно места, а теперь у меня место избыточно. Так вот, маленькие чеки часто связаны с маленьким объемом и дефицитом как пространства, так и времени. Типичный дефицит пространства – щиты. Так вот, во время анализа роликов ваших коллег, которые показывают апартамент, причем дорогие, то есть это Porsche, по-моему, это башня, еще там какие-то апартаменты от 4 миллионов долларов, периодически возникает вот это и вот это. Вообще, когда человека тыкают пальцем, как он себя, вот как вы себя ощущаете? Вы сможете посмотреть вот это и вот это. Мы никогда даже не задумывались об этом, не думали в эту сторону. Я покажу три жеста. Вы скажете, какой точно неприятен. Вариант первый. Вы можете увеличить свои чеки. Вариант второй. Вы можете увеличить свои чеки. Вариант третий. Вы можете увеличить свои чеки. Какой неприятен. Так вот, мы, когда делаем какой-то показ, периодически, вот мой силуэт, начинаем тыкать не просто пальцем, а что-то говорить, человеку втулять. Вот видно, сейчас рассекаю вас. Я на другом континенте, но ощущение, что рассекаю, точно есть. Теперь я немного сдвигаю руки, опускаю чуть ниже. То есть работаю не вот здесь, а вот здесь. И перестаю распарывать ваш виртуальный силуэт, начинаю предлагать. Здесь находится это, здесь вот это. Обратите внимание, не вот здесь это и не вон там, а я раскрываюсь вот здесь.